преддверии профессионального праздника учителей герой нашей рубрики «Главная профессия» – преподаватель одного из колледжей Шымкента, завоевавшая в прошлом году победу в республиканском конкурсе «Лучший педагог». Мой коллега Бахром Абдуллаев побывал на ее уроках и узнал у студентов, почему они с таким удовольствием бегут на ее пары. Дальше как мы будем возводить стены? На предмет спецдисциплин, который ведет Лязат Джантурсынова, студенты Высшего колледжа новых технологий имени Манапа Утибаева ходят с большим удовольствием. Им нравится необычная методика преподавания. Посещать пары Лязат Амантаевны – одно удовольствие. Все, что нам непонятно, она объяснит доходчиво и покажет на конкретных примерах. Я городской призер WorldSkills по компетенции «Малярное и декоративное дело». И Лязат Амантаевна была моим компатриотом. И именно этот человек дал мне в нужное время бешеную мотивацию и энергию. У нас на уроках, то есть на парах, она использует именно свою систему. И это самое лучшее решение, как по мне. Оценивать себя – это прекрасно. Вот только преподавательская деятельность – это не единственное увлечение Лязат Джантурсыновой. В 2020 году, в самый разгар пандемии, она вместе со своей коллегой стала автором сборника практических заданий методического пособия об определении стажа получения рабочей профессии. А в прошлом году Лязат Амантаевна стала соавтором методики, направленной на развитие самоконтроля и самооценки. Вот в этой методике составляется план урока. В этом плане задается несколько практических задач. И каждой задаче определяется процентовка. Если 100% до 100%, а с 90% до 100% – это пятерка. А менее 50% – это уже неудовлетворительное. И так далее. Вот по процентной шкале каждый студент, отвечая на эти практические задачи, где каждой задаче указана своя, допустим, процентовка оценивания, они набирают эти баллы. Старания Лязат Джантурсыновой и ее вклад в развитие системы образования Казахстана не остались незамеченными. В прошлом году педагог удостоилась звания «Лучший педагог 2022». На достигнутом Лязат Джантурсынова останавливаться не намерена и уже работает над новой методикой, которая поможет студентам лучше освоить ее предмет. Бахром Абдуллаев, Жансерик Боромбаев, Шымкент, Первый канал Евразия.